За минувшие выходные автоинспекторы задержали в Красноярске 31 нетрезвого водителя. Сотрудники ДПС перекрывали несколько улиц и устраивали сплошные проверки автомобилистов. К примеру, в пятницу такой рейд прошел на Калинина. Всех проезжающих здесь водителей останавливали 4 экипажа ДПС. В итоге было задержано 10 человек, севших за руль в нетрезвом виде. Теперь за пьяную езду им грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав до 2 лет, а их машины забрали на спецстоянку.